Всем привет, подписчик канала Кумир Охотник. Сейчас выехал ночью на кабанью охоту на поля. Сейчас уже темнеет, буду обходить поле с другой стороны. По ветру, из-под ветра буду заходить. Там буду уже смотреть, пока луна выходит. Так что надеюсь, что будет более-менее видно. Уже был перерыв, было очень темно, пасмурные ночи были, не ездил. Сейчас еще зерно здесь есть, уже позднее зерно в этом году никак не созреет. Поэтому уже сентябрь месяца зерно не убрано. Но кабан, естественно, ходит, это для него тут рай. Так что будем смотреть кабана. Так, ну что, пойду обходить поле. Зверь уже в движении, потому что сюда ехали. Через дорогу перескочил кабан. В сторону этих полей шел. Так что надо смотреть внимательно. В бинокль пока видно нормально. Ладно, сейчас буду подходить дальше к месту. Буду обходить поле с другой стороны. Слышно ли кабанов? С другой стороны попробую из-под ветра подойти. Увидеть их. Напарник стрелял по кабанам с другой стороны поля. Не знаю, попадание не слышал, шлепка пули. Посмотрим сейчас. Надо проверить после выстрела. Внимательно. Попал, не попал. Проверять нужно в любом случае. Так, ну что, не нашли ничего. Крови не было, видимо, пуля пошла. По зерну зацепила. Стрелял. Говорит, видел хорошо. Луна хорошая светит. Крови не было, тщательно проверили, чтобы не было ошибки. Ничего не нашли. Так что ладно, проверю сейчас еще одно поле. Посмотрим здесь. Так, ну что, тут на этом заканчивать. Кабана на этом поле нет. Луна уходит. За облака садится, уже становится плохо видно. Так что буду сворачиваться. Пойду к машине. Так что до новых встреч, уважаемые. Пока всем.